Друзья, всем привет! Меня зовут Павел Филиппов, и сегодня мы с вами проведем розыгрыш лотереи от компании Solar Group, который проходил у нас в апреле. Это была самая масштабная, самая интересная лотерея. В ней очень большое количество участников, это 1000 человек. И я рад, что вы с таким энтузиазмом подошли к этой акции, которую мы проводили. Кроме большого количества участников, у нас еще будет и большое количество победителей. Большое количество людей сегодня получат инвестиционные доли в рамках нашей лотереи. А также будет один суперприз, который получит только один человек. Участие в лотерее было крайне простое. Все, что вам было нужно, это проинвестировать в проект $100, и за это вы получали один купон для участия в лотерее. Но можно было иметь не один купон, а сразу много. Поэтому чем больше средств вы проинвестировали, тем и больше купонов вы получали, тем самым увеличивая свои шансы на победу. В рамках лотереи были и другие различные преимущества. Вы, например, могли восстановить рассрочку в рамках амнистии, а также получали дополнительные доли, если оплачивали свою рассрочку. И не только эти преимущества вы могли получить. Но сегодня об этом говорить мы не будем. Будем говорить именно о розыгрыше и, конечно, радоваться за наших победителей. Как мы будем тех самых победителей сегодня с вами определять? У меня есть такая программа, как генератор случайных чисел. При этом все участники идут по порядку. Соответственно, генератор случайных чисел будет выдавать нам случайное число, и мы будем находить этого участника в списке участников лотереи, и именно он и будет становиться победителем в той или иной номинации. Ну что, давайте начинать, и сначала мы разыграем инвестиционные доли в разных номинациях, и потом перейдем к розыгрышу суперприза. Ну что, друзья, давайте поздравим первых победителей. Вы видите на своих экранах их, и я уверен, что они очень рады. Для них уже лотерея прошла крайне успешно. Так, ну что, победителей у нас уже много, но это еще далеко не все. Напоминаю, что розыгрыш у нас очень большой, победителей будет много. Увидите победителей на своих экранах. Если вас среди них нет, не расстраивайтесь, впереди еще суперприз и другие номинации. Кстати, друзья, хочу обратить внимание, что проигравших в нашей лотерее нет, потому что за каждую выплаченную рассрочку вы получали инвестиционные доли дополнительно, поэтому в любом случае вы получили выгоду. А также выгоду получил проект, потому что вы ускорили его финансирование, участвуя в лотерее. Так что всем выгодно, особенно победителям, конечно.
Ну что, друзья, вы видели имена победителей, и сейчас вы снова можете видеть их на своем экране. Давайте поздравим победителей, и если вы не выиграли, не огорчайтесь. Я уверен, что будут и новые лотереи от Solar Group, но не забываем, у нас впереди еще супер розыгрыш, и возможно, что именно здесь вам улыбнется удача. Какой же у нас суперприз? А суперприз у нас необычный. Это то, что очень давно нас просили разыграть, и идея разыграть именно этот подарок пришла к нам еще несколько лет назад. Но только сейчас мы это реализовали, и я думаю, что вполне вовремя. И это мотоцикл Bajaj Pulsar. Это не просто электромотоцикл, это, конечно, мотоцикл, который оснащен двигателем с технологией совмещенных обмоток «Славянка». И этот продукт целиком был сделан командой инженера и предпринимателя Андрея Лобова. Вы могли видеть различные видеоролики с тем, как его испытывают, как его собирают. То есть это был такой яркий, настоящий, интересный проект. И этот транспорт, он действительно с такой историей. И кто-то его получит в собственность. Я надеюсь, что мы сможем и поснимать этого человека. Возможно, он будет приезжать на какие-то наши совместные сборы, конференции. Вы сможете это видеть. Но в любом случае человек сможет этим гордиться. И я думаю, что точно не забудет такой подарок и такую победу. Ну, давайте теперь разыграем этот суперприз. Как я и говорил, мы снова заходим в генератор случайных чисел и нажимаем «Сгенерировать число». Ну что, это участник под номером 6092. И я открываю список участников лотереи. И сейчас мы увидим, что же это за победитель. Так, 6092. Так, Юрий Тизенберг. Ну что, имя победителя вы видите на своих экранах. Победителем у нас оказался Юрий Тизенберг. Поздравляем этого участника. Поздравляем вас, Юрий, с победой. Именно вы становитесь обладателем этого уникального транспорта, который оснащен двигателем с технологией совмещенных обмоток «Славянка». Я надеюсь, что мы сможем вам официально вручить ключи от этого транспорта, сам транспорт, пожать вам руку и, может быть, даже записать какой-то видеосюжет. Так что мы будем с вами связываться, либо сами свяжитесь с нами, если вы сейчас смотрите этот ролик. Я уверен, что вы смотрите. Кстати, вот у Юрия несколько купонов, да, так что Юрий подошел ответственно к розыгрышу лотереи. И теперь он понимает, что это было все не просто так. Ну что, друзья, на этом наш розыгрыш подходит к завершению. Если вам не удалось победить в этот раз, не расстраивайтесь, потому что я уверен, что само участие в нашем проекте – это уже победа. То, что вы знаете про проект, что вы знаете о нем на текущей стадии и имеете возможность в нем участвовать – это уже для вас большое достижение, которым можно гордиться и которому точно стоит обрадоваться. Также, если вы сделали несколько платежей, чтобы получить там несколько купонов и увеличить свои шансы на победу, ну, во-первых, вы получили бонусные доли, поэтому-то эта лотерея у нас называется беспроигрышной, поэтому вы в любом случае получили какое-то количество долей, и это хорошо. С другой стороны, вы сделали очень хорошее дело, потому что вы ускорили финансирование, вы сделали так, что в этом месяце в проект пришло больше инвестиций. И это означает, что компания «Совалмаш» может проделать большее количество строительных работ и еще на несколько шагов приблизить завершение проекта двигателя Дуйнова. Поэтому это для нас, для всех большая-большая радость.
На этом у меня все. Большое спасибо, что смотрели наш розыгрыш. И увидимся на вебинарах, на трансляциях и других розыгрышах от компании Solar Group.